Твои впечатления по сегодняшней игре, что не получилось? Не получилось забить гол. Как ожидали, готовили нас к трудному матчу, что будет много борьбы. Мы были готовы к этому, но как-то так вышло, что такие два удара с дальних позиций, и нам забивается два гола. И такое преимущество уже как бы давать сопернику непозволительно. То есть команда знала уже, что делать, они сели ниже и играли уже по счету и пытались играть на контратаках. Считаю, первый тайм мы полностью провалили, второй сыграли уже гораздо лучше, но, как повторюсь, уже 2-0, тяжело было отыграться, но мы старались, мы хотели, мы играли до конца. Во втором тайме был отрезок, когда наша команда завладела инициативой, создавала моменты. Вот почему не получилось забить? Не получилось забить. У них очень высокие защитники центральные. И навесами было играть тяжело и как бы неправильно. Плюс они насытили середину поля, и было тяжело вскрыть их оборону. Хотя у нас были моменты. Вратарь пару раз выручил их, но сегодня они сыграли лучше, они победили. В первом тайме довольно много стандартов было у наших ворот. Насколько они несли угрозу? Да, я же говорю, что очень высокорослая команда. Мы готовились к этому, нас предупреждали, что было меньше стандартов. Но получилось так, как получилось уже. Но со стандартов они особо нам не забили, именно конкретно с угловых, с подач. Уже после какого-то там аута первый гол пробил человек, и футболист и забил. Как считаешь, 2-0 счет по игре? Знаете, неважно, по игре, не по игре, счет есть 2-0, мы проиграли. Будем стараться в следующем матче сыграть лучше. Следующий матч очень важен для нас. Сейчас восстановимся и с новыми силами пойдем играть с Витебском. Будем готовиться к этой игре. Может ли это поражение стать дополнительной мотивацией перед матчем с Витебском? Думаю, да, потому что как-то нам Динамо мы прошли, выиграли Арсенал. Может, кто-то думал, что все будет так просто, так легко, но это футбол, тут надо каждое очко выгрызать, именно бороться за него. Чемпионат будет ровный, еще 28 игр, и расстраиваться точно не надо.